Что ты сделал? Ладно, в следующий раз, бля. Что ты сделал? Почти ёбнулся, бля, бля. Смотрел, как бы. Ну, будет, бля. Всем здорово, братва. Салам алейкум, господа. Сегодня что с движухой, короче? Какая движуха? Сегодня МС Сенечка выступает, вот. Блять, забыл, Антоха МС, да? Я путаю. Короче, Антоха МС выступает. Вот, нас позвали покататься на скейте, короче, там рядом, где люди сидят, просто поесть, короче, с работы бабок. Нас сегодня накрасили, короче, лицо, короче, по-гейски немножко с нами поступили. Зато хавку бесплатно дали, ребята, вообще крутяк. И денег сюда платят. Ну, я в конце скажу, заплатили, нет, кинули, нет, но я надеюсь, что нас не кинут. Вот, может быть, сейчас сниму концерт, если получится. Пару кадров, пускай будет лайфстайл. Я прыгнуть не могу, я переел. Уши выпрыгивают из машины, отрыгивает мясо, молодые гусят. Залезь в центр. Hello there.
бэклип. Нет, кикфлип бэклип. Клип-бэклип. Нет, кикфлип бэклип. Братан, кикфлип бэклип. Че, как быстро, блядь. Бля, ман, ты как? Нормально. Кончено. Господа, короче, мы находимся около аэродрома в этом открытом скейт-парке. Там есть фигура, и там на ней будет новый трюк. Это backside 5-0, backside out. Сейчас будем учиться, пару раз попробовал. Как будто можно. Сейчас проверим и покажем прибыль. Короче, господа, выступили нормально, так чуть попадали, ну вот, деньги заплатили, свою работу сделали. Мы всегда готовы сотрудничать, особенно если с исполнителями надо. Если опероль еще дадите, то будет вообще супер. А если шведский стол, да хотя бы хавку нам дадите, с ума сойти можно будет. Видос такой, лайфстайл вышел, чуть-чуть отдохните уже от скейтборда этого. Вот, но все равно скейтбординг был небольшой. Короче, братух, давай, ты не скучай, все, я тебе дам пятачка и... Спасибо тебе за просмотр. Лайкос сделай, там комментарий, да нафиг он нужен.